Ну что, побежали искать нашего проводника, или кого мы тут ищем? Где тут находишься, мастер там лабиринта? Блин, хотелось бы спрыгнуть, ну ладно. Я и так сильно часто здесь отъезжаю. Так, сейчас, секунду, я проверю, включил ли я микро. Потому что кто часто меня смотрит, у меня такое бывает. И приходится потом перезаписывать. Так. Бонжур. А, да, я, кстати, я же хотел проверить эту штуку, которая загорается. И куда нам бежать? И сюда можно, и туда можно. Или тут тупик? Тут тупик, да. Так, тут что-то светится. Где-то что-то светится. И куда нам тут идти? Неужели? Неужели тупичок? Или мне надо к этому дереву подойти? Так, сейчас. Секундочку. Или мне надо к этому дереву? Но это будет тупо обратно спускаться в этот... в подвалы, правильно? Или нет? Вот эти вот звуки, это кто? Кто издает вот эти звуки? Нет ли дерева? Ну, это контрольная точка. Может мне... Ага. Здорово. Понял, спасибо. И шо? А дальше? Благодарю, что они сделали перевод. Ладно, давай еще раз. Ой, все, до побачення. Так, мне налево, либо направо. Налево у нас спускаемся мы вниз. Налево спускаемся вниз, а направо мы давно бегим аж до самого дома, да? И вот тут есть направо. И куда нам спускаться? Направо, налево. Кто мне подскажет? Кто подскажет, кто покажет, куда нам нужно идти? Или наоборот, вообще в другую сторону. Так, секунду. Где наша мини-карта? Ну смотри, у нас... Вот слева что-то мигает, видишь? Не видишь, да, наверное? Это тут ты мигаешь? Нет, это тут ты мигаешь. Может, это мигает дерево? Или это мигает наше сохранение? Так, контрольная точка. Ну смотри, мы с тобой пришли вот отсюда. Правильно? Либо неправильно. Или оттуда мы пришли? Так, непонятно. Причем полностью непонятно. Так, это я просто прислушиваюсь к звукам. Так, прислушай звукам. Давай попробуем использовать эту штуку. Ага, загорелся. Да, загорелся. Прикольно, прикольно. Так. Как мне с тобой быть тогда? Погоди. Погоди, ты чего? Не-не-не, отстань. Встань. Так, а как мне теперь с этим разобраться? Как мне разобраться теперь с тем, с которым типа сопротивление там? Что мне с тобой делать? Это типа новый босс, правильно понимаю? Справился. Думаешь? Ну же, ну! Думаешь, справился? Так, это что такое? За фаерболы?
Что это за фаерболы такие странные? Ну, раз тут монстры, значит нам сюда. Ну, L, логика, правильно же? Говорится, L, логика. Так, ты с фаерболами, да, вот этот вот? Ой-о! Ты чего? Лях, что он может? Лях, что ты можешь? Да ты шо? И отъезжаешь от моего выстрела дробовика. Сильно. Сильно. Так, мне по мини-карте показываешь направо. Направо, направо. Я боюсь реально встречаться с финальным мини-боссом вот этим вот. Который будет. А потом с большим боссом. Так, давайте тут побродим немножко. Давайте немножко тут побродим. Посмотрим, мало ли, может, нам сюда надо. Не-не-не, ты чё? Ты чё? Ага, ты еще не закончился? Ты закончился, отлично. Отлично, адреналин дали нам. Угу. Я не знаю, куда спускаться, если честно. Я, походу, вообще возвращаюсь в самое начало. Начал. Йо! No. Don't destroy the библиотека. Все. Прикольная пуся, прикольная пуся. Так, мини-карта, мини-карта. Ага, я бегу вообще не туда. Ну смотри, светится, мергает. И с той стороны. Может, нам сюда направо надо? Честно, без понятия, ребят. Прохожу первый раз игру, так что... Куда надо тут, я не знаю. Если бы еще подсказки были, как подсказки, а не... Пойди туда. Найди то, не знаю что. Так, это кто там? Кто орёт? Кому там не спится? Блин, ну там дерево было разваривающее, может, к нему надо. Был бы на стриме, было проще. Так, ну контрольная точка, но вроде бы я с вами оттуда пришел. А ну. Ага, может, не надо это делать? Может, он был хороший? Может, он был хороший, как думаете? Все. Так, плетеный идол. Это что такое? Повышает эффективность брони на 30%, снижает перегруз на 15%, повышает скорость стрельбы на 15%, скорость перезарядки на 20%. Во, эффективность брони на 30 и перегруз. А я не знаю, надо было ли нам это делать, или... Или я что-то не то сделал. Но сначала он зеленым светился. А сейчас он светится... Так, ну я сюда и да пришел, или куда я пришел? Так, до побочения. До побочения. Давайте спустимся в подвал. Давайте спустимся в подвал. Или погоди. А, я с подвала отсюда пришел. Да, и вот тут у нас контрольная точка загорелась. Значит, по идее, нам вот сюда налево. Во, все. Помнил. Наверное, у нас таланты не появились с ним. Не появились. Надеюсь... Это дерево нам не отомстит в конце.
Ну, типа, что оно не будет нам помогать из-за того, что я мэкнул его. Так, бегим, бегим, бегим. Угу, минус. Сюда бы еще глушитель бы, да? На этот пехаль. И в стелс-режиме можно было бы отстреливать. Все, хедшот. Хедшот. Так, нам не вниз, или это просто переход такой? Хопа, забрали. Масляный тоник. Угу, вот это вот, вот. Понял. Так, сколько у нас адреналина с вами? 4. Давайте один заюзаем. Сможем немножечко быстрее с вами побегать. Во, а вот и вход. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Ну что, поехали? Так, отлично. Это мне локация напомнила начало Чернобыля. Кто смотрел у меня прохождение, игрулька, там тоже такое было. Мы заходили... сохраниться. Все, ну я думаю, нам в принципе нету смысла, да, назад домой отправляться. 15 материалов на железо. Ладно, пока не будем. Пепельный двор. Кто же нас тут ждет? Какие новые монстры нас здесь ожидают с вами. Звуки, конечно, стрёмные, но я думаю, мы справимся. Так, а здесь, да, я угадаю, сейчас будет босс, да? Здесь, наверное, сейчас босс будет. А мы с вами там не сохранились, да? Или сохранились? Не помню уже. Так, ага, бонжур. И уйти нельзя, пока мисс... Да, ты шо, мощный зайчик, ля какой. Ля какой мощный зайчик. Хорошая киса. Хорошая киса. Топ, а ну давай попробуем. Кажется, у меня проблема. Ага, понял. Понял, хорошая киса. Ладно, попробуем еще раз. Не поверите, я пытаюсь записать эту серию. Наверное, раз уже 45 из этого дракона. Тут вроде ничего такого сложного нету. Нужно попадать ему в центр, в грудь. Вон туда. И, в принципе, будет все хорошо, но после того, как у него остается где-то... Ё-моё. Остается где-то 15-20 хп, у меня сразу начинается откисание. Так, до побачення. До побачення. Так, иди сюда. Не знаю... Ага, вот, видите, в центр туда. В грудь надо ему лупить. Но если бы у него еще не эти помощники были, настолько я... Насколько я могу понимать, что разработчики, наверное, рассчитывали, что в эту игру будут играть кооперативом. Ой, ё-моё. И 3-4 человека могут спокойно победить. А так как мы играем с вами в соло... Я постоянно играю в такие игрушки в соло, то... Это сложновастенько. Это реально... Сложновастенько. Так, главное не забывать про монстров, что рядом бегают. Так, хорошо.
Плохо. Плохо, плохо, плохо. Плохо. Окей. Так, давай адреналин. И эту штуку. Все, 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 все. Донде стала библиотека. Не знаю, получится ли пройти, либо не получится, но попытаемся. Так, ага. Монстры. Йо. Так, до побачення. Главное не забывать по сторонам смотреть. И побольше бегать. И не попадаться в огонь. Если бы он еще свои фаерболы не кидал бы, было вообще бы хорошо. Было бы вообще хорошо и отлично. Вот про шейру, видите, да, что? Только вроде на секунду отвлекся, и все, и сразу минус хп. Сразу у нас минус хп с вами. Ага, вот это вот мне не нравится, когда он так делает. Останавливаться вообще нельзя. Останавливаться вообще с ним нельзя рядом. Так. До побачення. До побачення, до побачення. Ага, где ты, падла? Падла, где ты, где ты, где ты? Фаербол, хорошо. Конечно, плохо, но ладно. Так, дробовик 2. Отпрыгнуть. Отпрыгнуть, отпрыгнуть, отпрыгнуть. Дробовик. Погоди, погоди, погоди. Убегай, пожалуйста, убегай, убегай, убегай. Убегай, пожалуйста, убегай. Убегай, пожалуйста. Убегай. Так, где ты? Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Ага, вот, да-да-да, вот эта вот штука. А у меня больше нету аптечек. А у меня аптечек больше нету, кроме вот этой вот. Кроме этого, у меня больше ничего нету, ребятушки. Help me, please. Help me. Please. Так, переворот. 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 Дробовик, дробовик, дробовик. Адреналин. Так, еще, пожалуйста. Еще. Еще про пулечку. Вот про что я говорил. Вот про что я говорил. Понимаете, в чем прикол? Вот так всегда. Да. Короче, давайте так. Я жму паузу, прохожу дракона, и мы продолжаем. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сколько раз я вот так до конца не проходил его. При этом я трачу все ресурсы, ну и тому подобное. Так что все. Пройду дракошу, подключусь. Фух, нелегко было. Ух, это было нелегко, ребят. Нам дали какое-то пылающее сердце.
Пылающее сердце. Отойди. Это, наверное, не туда. Так, назад. Назад. А что за пылающее сердце? Так, давай проверим. Это пылающее сердце. Нет, метка охотника. Таланты. Что такое? Скорость перезарядки. Плюс 125% следующий уровень. А, 1.25. Я думал, 125, думаю, неплохо так. Но не, давайте, наверное, мы в перезарядку не будем, но, в принципе, нормально. Давайте выносливость. Давайте в бодрость. Во, отлично. А что за сердце нам дали? Что нам дали за сердце? Так, площадь сердца. Цены ресурс, добытый после победы над опалителем. Используется для создания мощного оружия. Оно все еще бьется с каждым ударом. Ага, это для оружия какого-то можно создать. Прикольно, хочу тогда домой сбегать. Хочу сбегать домой. Только одну секундочку, сейчас проверю, включил ли я звук и запись. Да, пошло. Пошло, пошло, пошло. Хорошо. Не знаю, если кто-то досмотрел до этого момента, то я реально 2 дня проходил этого дракона. Ну, вы видели перед этим в конце. В конце у нас мэкнул. Так что я, как говорится, здесь ничего не могу сделать. Было бы, наверное, человека 3-4 со мной. Ну, либо хотя бы 2. Это было бы, конечно, быстрее. А так в одного. Это все долго. Я не понять, вот я добавляю себе полоску хп и полоску этого, как его, выносливости. И что-то она вообще дальше не растет. Либо я что-то не понимаю. Либо она там по чуть-чуть его добавляет всего лишь. Ну, хорошо, что мы с вами это прошли все. Это хорошо, это отлично. Так, давай сохранимся. Давай сохранимся и сходим домой. Посмотрим, что там за оружие можно создать. Так, отлично, отлично. Побежали. Бежали, посмотрим, что там за оружие. Бонжур. Иди уже. Да, иду, иду. Мылыха явно. Тебе удалось убить эту летучую тварь. Неровно к нам дышит. Это невероятно. А ты не робкого десятка. Ну да, согласен. Так. Что тебе нужно? Ты говоришь, что ты можешь мне создание. Создание. Во. А что мне нужно? Я хочу создать оружие. Алло. Алло, игра. Дай мне создать оружие. А у меня железа нету, да? Это типа можно меч создать. Урон 48. А наш меч 67. Смысл. Так, покупка. А что это? Двухстволка. Да не, я думаю, зачем? По оружию у нас и так хорошо все. Хорошо. Пока. Пока. Слышь, оно... Эй, бродяга. Да. У меня еще есть пару вопросов. Где раздобыл такие инструменты, не расскажешь об остальных жителях. У меня пока рад все. Помочь. Да. Мне береги пора. Себя. Мне пора, пора, пора. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да не отстану. Давай. Дракон убит? Да. Ха. Славно. Теперь убей остальных. Хе, ты какая. Что? Надеюсь, оно того стоит. Простая. Ля испускает пламя, которое накладывает на цель эффект огня. Наносит по 101 урона от огня в течение 10 секунд. Вонючка. Может, купим вонючку? Этот огнемет. А нам не хватит, да? Ну окей. Бум. Да, на вонючку нам не хватит. Ага, иди это уже. Это плохо, погоди, да иду, иду. Вместо чего мы можем его? Нет, вместо меча нет. Вместо пехаля. Во, урон 12.
Так, и с пускарпами, которые невозможно убрать. Ага, это я не то выбрал, да? Или то? Нет, то. Блин, мне монстры нужны. Мне нужны монстры, я хочу проверить, как оно работает. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Да отстань ты. Так, фотоническое оружие со средней точностью и высокой скорострельностью. Стреляет зажигательными пулями. Дальше урон от огня. 12, но 12 мало, слышь, а его можно улучшить? Рад тебя видеть. Да, здорово, братан. Конечно. И тебя нельзя улучшить, потому что мне нужно железо. Железо мне нужно. Береги себя. Ладно, ладно. Побежали искать монстров. Ну, наверное, мы с вами уже в следующей серии залутаем монстров. И проверим как раз, как они будут себя чухать. И дальше пойдем по сюжетам. Потому что, в принципе, я думаю, так неплохо. Мы справились с дракошей. А это меня радует. Мне не придется еще 6 часов сидеть и его пытаться проходить. Так что все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом.